После рождения врачи поставили Ильёсу неутешительный диагноз – детский церебральный паралич. А дальше у семьи Каримовых началась ежедневная борьба. Медицинские процедуры для простой ульяновской семьи оказались ношей непосильной. Родители обратились в благотворительный фонд «Садака и Закят». Благодаря первому курсу, который мы оплатили от фонда, ребенок уже начал сидеть, но не продолжительное время, конечно. Мы собрали еще 100 тысяч рублей, и нам удалось после второго курса уже ребенка посадить, и он уже сейчас крепко сидит. Реабилитацию трехлетний Ильёс проходил в Казанском медицинском центре. Казалось бы, такие маленькие шажки, как умение сидеть и лежать. Но для родителей и самого мальчика это настоящий прорыв. Чтобы пройти третий курс реабилитации, Каримовым было необходимо собрать 532 тысячи рублей. Сумма для семьи непосильная. На выручку вновь пришли неравнодушные люди. 250 тысяч собирали всем миром 8 месяцев. Остальную сумму внес ульяновский бизнесмен. И вот вчера вечером, после заката, ульяновский бизнесмен перевел 300 тысяч рублей, чтобы закрыть этот сбор. Поэтому хотел вам вручить платежное поручение. Сегодня днем до джума молитвы мы перевели вот 300 тысяч рублей на оплату лечения вашего сына Ильёса. Вам в первую очередь, Фарид Ибрагимович, что откликнулся на наш помощь, что не оставили нас, и вашу фонду прекрасную. Всем вам огромное спасибо. В ноябре мальчику исполнится 4 года. Остается надеяться, что свой день рождения он отпразднует, сделав первый шаг в своей жизни. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.